Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». У нас опять утро раннее, мои все спят, решил по-быстренькому сделать патрушек. Так что, мужики, смотрите, кто не умеет, учитесь, ничего сложного в этом нету. Так, нам понадобится творог, тесто, сметана, сахар и яичко. Яичко мы сразу же добавляем в творог, разбиваем его, так сказать, делаем начиночку. У нас сегодня, ну, вроде небо чистое, время 5:30 утра. Вчера весь день шел дождь, была холодина, лето, мать его, еще куртки не снимали ни разу. Так, сметанку, наверное, я добавлять не буду. И так жидковато. Пропорции всего не говорю, так как делаю все на глаз, на вкус, на свой. Вы на свой готовьте. Так, творог тщательно перемешиваем с сахаром. Ну и, собственно, трушки наши готовы. Сейчас покажу, как все делается. Ну, собственно, выкладываем на противень и стаканом делаем выемочку. Положим наш творог. Собственно, и все. Итак, патрушки мы сделали. Духовка разогрелась. И ставим на 15 минут наши ватрушечки готовятся.
вот такие красивые, румяные. Так, сейчас мы их будем доставать. Опа. Ну вот, наши ватрушки готовы. Приятного аппетита. Кому понравилось данное видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, будет еще много всего интересного. На этом все. Спасибо за внимание.